Let's Fail. Эти игровые выходные запомнятся нам как праздничные. А все потому, что страна отмечала День защитника Отечества. Давайте узнаем, какое отношение у игроков студенческой футбольной лиги к этому празднику, кто из них служил, а кто только собирается отдать долг родине. Погнали! За кого сегодня болеете? Я пока за ВМА, да, конечно, но они пока еще не прибыли, поэтому смотрю игры предыдущих соперников. Давайте поинтересуемся у прекрасной половины человечества и спросим их отношение к празднику. Девочки, привет! Привет! За кого вы сегодня болеете, расскажите? За инженеров. Что им пожелаете? Победы. Чтобы они выиграли, да. Вы будущие военные, правильно я понимаю? Нет, действующие. Действующие, точно. Тогда вы имеете непосредственное отношение к этому празднику. Вот, хотела задать пару вопросов насчет него. Как вы думаете, 23 февраля это праздник для всех? Да, это для всех военных, которые несут службу и будут нести ее, защищать родину, включая девушек, мужчин, всех, кто в погонах, всех, кто всегда на чеку. Ну, думаю, есть в каждой семье какой-то защитник не только для военных, но и те, кто не причастен к какому-нибудь военному. И думаю, праздник всех мужчин. Ну, это День защитников Отечества, а мы полузащитники там, ну, другой план. Скажите, 23 февраля – это праздник для всех? Нет, я считаю, только для, ну, День защитника Отечества и только для тех, кто служил, защищал. Ну, есть отдельный мужской праздник, но о нем мало кто знает. Вот вы знаете, когда он проводится? Я вот тоже, если честно, забыл. Как вы думаете, следует ли поздравлять женщин, которые имеют непосредственное отношение к службе, к армии, с этим праздником? Конечно, нужно их поздравлять первыми. Им сложнее. Вчерашний праздник, вы его как-то отмечали? Сказалось ли это на игре сегодня? Нам запретили его отмечать. Мы построились, еще раз построились, еще раз построились. Сходили в увольнение и пришли. Нас понюхали. И все нормально. Мы были сегодня живые и выспанные. Мужчины поздравляют друг друга с этим праздником. Как именно это происходит? Ну, чаще всего это происходит, наверное, в бане за бутылочкой пива. Но к спортсменам это не относится. У нас это на футбольном поле. После тренировки, естественно. С пивом? Ну, в раздевалке. Нет, скорее с энергетическим напитком. Чтоб силы были для пива. То есть вы вчера праздник не отмечали? Нет, ну почему? Поздравили друг друга, тех, кто служил особенно. Ну, а так нет, спокойно, обычный день. Мужчины поздравляют друг друга тоже с этим праздником? Как это происходит? По-братски, так сказать. С праздником, братан, спасибо и тебя. Тебя вчера поздравляли? Меня? Нет, меня обычно с 8 марта поздравляют. И говорят, с 8 марта, красава, да. Я вчера единственный человек, кто поздравил, Ленар Хазиев, подошел так... 23 февраля. Вот. Но это наши с ним отношения, в общем. А больше, не, ну, да, как-то такой праздник. Тебе сколько подарков бесплатных ВКонтакте вчера подарили? Ноль. Это праздник носков, бритв и гелей для бритья. Что бы ты хотел получить на этот праздник? Возможно, ты уже получил вчера этот подарок. Да. Пена для бритья пригодилась. Искренние поздравления от близких мне людей достаточно. Я лично ничего не получил. Меня обделили. Вы расстроены? Честно, нет. У меня даже конфетки сегодня с собой нет. Ну и ладно. Но честно, от носков бы не отказался на вот. А что подарили вы своим мужчинам? Билеты для вождения. А я подарила ему парфюм и вкусности всякие. А что подарили вам вчера? Мне подарили... У меня вчера был единственный выходной за последний месяц. И я потратил его на то, что поехал на СФЛ. В общем, любимая женщина подарила мне эту возможность. И в общем, не смотрела на меня с презрением после этого поступка. Хотя я на себя немножко так тоже думаю, что туда ехать. Но поехал. Ну, а у меня был прекрасно проведенный вечер, поэтому ни бритва, ни носки, у меня это все есть, поэтому мне этого не надо, а так мне все хорошо. Я почти. Думаю, у вас каждый вечер прекрасный. Это само собой, а тут был очень прекрасный. Очень прекрасный. А сегодня какой у нас с тобой на поле был день? Замечательный, да? Замечательный. Лучше бы корону подарили, причем такую корону, чтобы я мог в ней ходить, и она бы никогда не спадала. Играть, все делать. Служу. А вы не служили, а вы годен? Я годен. Более того, я даже годен спецвойска.
Меня даже военкомат какое-то время искал, пока я не сделал отсрочку в университете. Как вы прятались от военкомата? Никак, ходил в универ, и мне лень было дойти до деканата. Я особо не прятался. Ну, так что потом в дальнейшем буду служить, скорее всего. Хорошие годы в вашей жизни? Год один, да? Ну почему, 17. Хорошие годы, да. Есть что вспомнить. А вы служили? Вы годные? Максимально годные. Максимально. Ветеран ракетных войск, лично я вот. Привет ребятам. Я буду в космических войсках, наверное, где-нибудь там на Байконуре сидеть, кнопки нажимать. А ты годен? Ну, у меня Б3. Я годен. Сделала вид, что поняла? Я буду как Саркисов. Вот так же в Питер прийти, в онлайн-компьютере там что-нибудь делать, а потом хоба и на СТЛ приду. Все меня там провожать будут. Ну, это так, в мечтах. Как вы думаете, что сложнее защищать, родину или ворота? Родину сложнее. Почему? Родина большая, ворота маленькие. Что сложнее защищать, родину или ворота? Думаю, что родину. Почему? Ну, это как минимум дольше. Новые кроссовки или новый айфон? Новые кроссовки. Новые кроссовки. Кроссовки. А кроссовки, конечно. Конечно, кроссовки. Кроссовки, в принципе, есть. Поэтому можно новый айфончик где-то. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А через что лежит путь к твоему сердцу? Думаю, тоже через желудок. Ну, судя по моим лишним килограммам 30, видно, что я давно женат. И, ну, идеально фраза просто подходит. Вот, но я просто олицетворение этой фразы. Ну, у меня там чуть-чуть есть, поэтому чуть-чуть. Согласен. Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть есть, может тебе отсыпать тоже. Мое сердце занято большим количеством жидкого, моего любимого напитка. Ну и, конечно же, все правильно, через желудок. Ну, может быть, еще через пляшку. Пляшка. Сердце навсегда. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А через что лежит путь к вашему сердцу? Да, ну, наверное, через футбол. Ну, через желудок. Ну, я бы не сказал, что через желудок. Скорее, это через некое общение. Я верю в какую-то духовную связь, нежели просто желудок это, ну, типа, что такое. От лица всего женского коллектива студенческой футбольной лиги хочется поздравить всех мужчин с этим замечательным праздником. Оставайтесь такими же сильными, терпеливыми и выносливыми, как в жизни, так и на поле.